10 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Поздравил выпускников директор института Сергей Мосин. С одной стороны, день радостный, с другой стороны, печальный. За 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры, конечно, мы привыкли к нашим ребятам. И не зря говорим, что и в МИТ это большая дружная семья. В этом году Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ окончили 344 выпускника, из них 148 с отличием. Как отметил Сергей Мосин, это самые ценные кадры в сфере IT по Республике Татарстан. Тамара Малканова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.